Привет, друзья! Вы на канале Лавка Лавкрафта. Сегодня мы поговорим отдельно о книге. То есть это не просто куча прочитанного, это будет разговор о всего лишь одной книге, которая имеет довольно-таки низкий рейтинг, но я уверена, что после моего рассказа вы захотите ее прочитать. Давайте начинать! И я уже спойлерю, прежде чем мы начнем, я советую вам подписаться на мой телеграм-канал, потому что если бы это не был мой телеграм-канал, я бы сама на него давно уже подписалась. Там у нас много движа Парижа, разных интересных всяких, я пишу постов, выкладываю то, что там купила, мы это все обсуждаем, где искусственный интеллект нарисовал, какие обложки нарисовал, действительно ли это он нарисовал. И также у нас проходит там совместное чтение в этом месяце, и немножечко мы на декабрь, перекладываем, потому что книга толстая. Книга, роман про жизнь падших женщин конца 19 века, начала 20-го, и, собственно, вот просто очень интересно. Это как сериал «Страшные сказки», только без мистической составляющей. Но я вам гарантирую, также интересно. Так что быстрее подписывайтесь и начинаем. Итак, книга, этот роман, о котором сейчас вам буду вещать, хотела прочитать довольно давно. Увидела его в подборке, по-моему, какого-то там, то ли «Читай город» это был, то ли «Лабиринт», там была подборка про семейные отношения, и я из нее целых две книги выбрала. Одна была Перота, не помню, как имя автор Перота, в общем, она называлась «Как малые дети» или что-то в этом духе, в общем, она меня не сильно впечатлила. Но вторую книгу я вот очень хотела приобрести, наверное, потому что у нее было необычное название и довольно такая фэшновая обложка. Моя прошлая фотографа сразу во мне взыграла, но она довольно дорогая, потому что издательство, которое выпускает, вообще дорогие книги выпускают. И мне посчастливилось какую-то скидку отхватить. Я уже долго говорю, не показываю эту книгу. Это «Гарпия» Меган Хантер. Ну, просто посмотрите, какая необычная обложка. Просто какое-то, не знаю, фэшн-искусство. Она, в принципе, такая же, как у заграничного издания. Там немного другая фотография, но постарались в стилистике, в общем, стилистику сохранить. Тут еще софт-тач, все очень приятненько. Значит, о чем же у нас тут роман? И прежде чем вам это рассказать, я, наверное, прочитаю вам, что про это говорил журнал Vogue. Я, правда, не знаю, какой он, скорее всего, заграничный. Он говорил: это безупречный и мистический, изящный язык и безумный накал страстей до самого последнего акта. Хочу сразу предупредить, мистики там нет. Там есть очень большая, огромная метафора. Но, судя по отзывам и по рейтингу на Лавлибе 6,3, люди реально считают, что там есть мистика, и она как-то, в общем, просадила саму историю. На самом деле ее там нет. Давайте же я вам расскажу, про что этот роман. Это история про семейную пару Люси и Джейка, которых вроде бы все на первый взгляд было замечательно. У них есть дом, у них счастливая семья, двое детей. Она подрабатывает, работает что-то вроде копирайтера. Он преподаватель в университете, также ведет научную какую-то деятельность. И, в общем-то, все прекрасно, двое сыновей. Ну вот, волею судеб, она, наша героиня, узнает, что муж ей изменяет. Не то чтобы это была большая случайность, об этом ее предупредил, собственно, супруг любовницы мужа. Он ей оставил голосовое сообщение, что вот, мол, моя жена чпокается с твоим мужиком. Живи с этим. Я не знаю, зачем мне этот файл. Ну, в общем, наша дама не знает сейчас, что делать вообще с этой информацией. Она ее очень медленно переваривает.
Конечно, вечер, когда приходит муж, заканчивается вообще довольно тривиально. Она отправляет его спать на диван и как бы думает, думает про это. Он приходит к ней каяться. Он говорит: «Прости меня, пожалуйста, я не знаю, что меня нашло», прочие, прочие эпитеты. И случайным образом как-то, то ли она что-то хотела поправить, она его царапает и понимает, что ей понравилось наслаждаться вот его какой-то болью. Муж это тоже понимает и решает вот на авантюру, решается на авантюру, чтобы сохранить семью, он ей предлагает: «Давай ты сделаешь мне больно 3 раза, и мы будем квиты». Я уверена, что этот мужчинка был настроен на то, что жена пойдет и тоже кем-то чпокнется, и на этом все закончится. Но фантазия нашей Люси вообще не знает границ, и вы будете ошарашены тем, как именно она ему будет мстить. И это, блин, действительно больно. У меня мнение о героях вообще менялось полярно просто. Я сначала, конечно, была на стороне жены. Я подумала: блин, какой козел. Нашелся кто женщину на работе, значит, пока его там супруга трудится дома, значит, с детьми сидит еще и подрабатывает, он, значит, там развлекается каким-то образом. Но потом, когда она совершила свой первый месяц, я сначала подумала: ну, ее она ебанутенькая точно. Ну, такая думаю: ну ладно, раз ему норм, хорошо, переживем это все вместе. Потом происходит, значит, следующий вот акт, ее вторая вот эта месть, и она еще более извращенная, она довела мужика буквально до супер стрессовых слез, что наша героиня даже подумала, что она немного переборщила, и у них там происходят какие-то вот, видимо, примирения или что-то в этом духе, и ты начинаешь больше, наверное, мужику сочувствовать, но он тоже начинает себя проявлять не с лучшей стороны. Вроде бы как он облажался, но и начинает лажать еще больше. И ты такой думаешь: может быть, она нормально с тобой поступила. И люди, конечно, которые писали отзывы на эту книгу, они писали, что тут, блядь, ебанутая баба могла бы просто взять вот детей, взять, уйти. Ну, ситуация бывает разная, и по ходу повествования вы поймете, почему с места в карьеру вообще это сделать не так-то просто, когда у вас есть общее прошлое и когда вот просто ей некуда уйти, поскольку у нее нет родителей и нет друзей, ее весь мир составлял именно вот ее семья. Поэтому она решает, что надо что-то делать с этим. Что же касается гарпии, да? Почему эта книга так называется? Гарпия — это... Казалось, что как бы есть вообще такая птица, которая так называется, но вообще в контексте этой книги это древнегреческое мифологическое существо, полуженщина-полуптица, которая являлась каким-то прям инфернально-вселенским злом, похищающим детей и души. Но именно в книге наша героиня вспоминает, что когда-то в детстве мать ей читала сказки, в которых присутствовала вот эта гарпия, которая была не очень естественным положительным персонажем, но нашей героине она казалась привлекательной. Она казалась какой-то сильной, какой хотела быть героиней. Естественно, тут все смешивается с детскими травмами и тем, во что это вообще в будущем может вылиться. Мистики там нет. Если люди имели в виду финал, он, я бы не сказала, что он для меня был неожиданным, но, видимо, для большинства он был неожиданным и странным. И либо казалось, что там присутствует, резко начала присутствовать какая-то мистическая составляющая. Но нет, на самом деле это больше про человеческую душу и про влияние вообще разных факторов воспитания и всего-всего на дальнейшую вообще судьбу человека и общение вот с миром.
Я бы сказала так, для меня то, как описано здесь чувство героини, то, как это было, не знаю, вот как-то по-настоящему, это то, чего мне не хватило в американской трагедии Драйзера, где герой абсолютно странно себя вел, и у него были странные вот эти описания его чувств, описание того, как он думал, это было намного на 100% фальшивым, чего не скажешь здесь. Вот здесь как-то автор подала нам героев, их мысли, то, как люди думают и чувствуют на самом деле. То есть, если проскальзывают какие-то темные мыслишки, она пишет героиню про то, как она, какие она вещи думает иногда, что у нее там проскальзывает, что происходит. Не так, что «Ах, он козел, он мне заменил, что я потом делать, я поплакала, я покакала, и вот это все». Нет, такого нет, потому что люди так не думают. У них происходят разные, конечно, реакции на стресс. Ну, что Клайда, конечно, у него включалась какая-то там театр оперетты в голове, но обычно это все вот так. Поэтому я от души прям советую вам взять и прочитать этот роман. Тем более, что он очень небольшой, несмотря на то, что выглядит, что он огромный. Я думаю, что он... ну, он... Страниц 250 нормальным шрифтом, просто здесь он огромный шрифт. Это было все обсуждение книги. Надеюсь, вы досмотрели до конца и уже побежали читать эту потрясающую работу. И я вас всех целую. До новых встреч. Не забывайте подписываться. Пока.